работа самостоятельных кружков, хоров и танцевальных коллективов какое-то время была практически заморожена. В культурно-досуговом центре «Октябрь» в непростые времена с воспитанниками центра занимались сначала по Zoom, потом в залах, но индивидуально, и вот, наконец, стали возможными занятия в группах, но все же не в полном составе. Количество участников рассчитывается из площади репетиционного зала. Уникальность их в том, что люди идут, будут честно говорить, не за зарплату, не за деньги, а за удовольствие. Это их отдушина. Они искренне и с любовью занимаются тем делом, которым занимаются, это либо вокал, либо хореография, и готовы делиться своим творчеством искренне и беззаветно с жителями нашего города. Тем не менее, новые поводы гордиться своими коллективами, достигшими высокого уровня, здесь все равно появились. Наш самодеятельный коллектив, народный самодеятельный коллектив, вокальный ансамбль «Славяне» удостоен чести как единственный коллектив от Югры представлять нашу территорию на всероссийском конкурсе «Салют Победы», который прошел в Санкт-Петербурге. Работников центра мы застали за съемками цикла роликов в гостях у Бабы Яги, выходящих в соцсетях «Октября». Чтобы не разрушать сценическую магию, комментарии о проекте мы взяли у самой Бабы Яги. Все нас уже полюбили в городе Ханты-Мансийске, потому что у нас очень интересные программы. А именно, у нас ежемесячно в цикле развлекательных программ есть топ-5 различных приложений развлекательных и обучающих программ. Обязательно какая-нибудь программа посвящена юбилейным датам писателей, а также календарным праздникам. Сейчас мы представим программу, посвященную Международному дню Земли. Вот. Для записи «Голоса за кадром» героиня сказки развоплотилась в заведующую сектором Центра по работе с детьми Марию Ишматову. Впрочем, юные зрители уже не должны видеть закулисных деталей. Для них это все еще добрая, хоть и ворчливая, живущая с любимым котом Баба Яга. Я буду просто идти прямо, 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 пока не найду край земли. Думаю, через 2 часа я вернусь. Так ты так можешь идти бесконечно, ведь земля круглая.